Суворов на маневрах. Император Павел, большой поклонник прусской муштры, вел в русской армии новую форму, которая включала в себя крайне неудобный прусский мундир, букли, парик, который требовал постоянного напудривания. И вот на один из маневров приходит полк, во главе которого находился Александр Васильевич Суворов, полк, одетый в старую екатерининскую форму. Увидев это, Павел попенял Суворову, сказав: «Ах, Александр Васильевич, что это ваши солдаты по-прежнему в старой форме?» На что Суворов, который тоже был всегда остер на язык, ответил: «Ваше Величество, букли не пушки, пудра не порох, коса не тесак, а я не прусак, а истинный русак». За что, естественно, тут же был отправлен в отставку.